Всем привет, друзья, подписчики, случайные зрители, также любители охоты, кто смотрит мой канал. Сегодня хочу вам рассказать о новом маночке на утку, который я сделал собственными руками. Получается, нам для него понадобятся две трубки пластиковые, вот такие, чтобы входили в друг друга. Ну, я эту рассверливал, а так желательно, чтобы входили плотно. Ну и дощечка вот такая. Раз. И вторая. Два. Дощечки подгонять тоже нужно будет, чтобы они входили в пластик. Смотрите, берем деревяшку. 6 сантиметров длиной. Круглую. Просверливаем ее до 4 сантиметров. До 4 сантиметров от края просверливаем, вот от края вот до сюда 4 сантиметра, диаметр сверла 0,8, то есть мы просверливаем вот посюда, потом счищаем половину этой деревяшки и отступаем 3,5 сантиметра от задней части и начинаем вот так плавно заваливать, вот так закруглять к концу, чтобы вышло практически вот так. Вот такая вот заготовка получается. Потом берем пластиковую бутылку, которая пожестче, еще подойдет. Вот кассеты с подбрит в жилет хранятся там. Там немножко даже пожестче будет, и звук погрубее, конечно. А это с пластиковой бутылки с-под молока, с белая. Язычок 3 сантиметра у нас. И вот такой вот кляпик, дощечка 2 сантиметра. Она собирается у нас все вот так, подгоняется. Еще раз повторяю. Я вот уже разметил, покуда. Получается 2,5. Это всовывается. Потом кладется язычок. Язычок у нас кладется вот конец тоннеля нашего, тоннельчика. И от него отступаем сантиметр. Сантиметр, чтобы язычок упирал. Это можно подстроить, как скосик сделаешь. Просто такой маночек легенького производства, так скажем. Так вот собирается все. Фиксируется так кляпиком. Видите? А там уже тоновая, это называется тоновая доска, ее можно регулировать как хочешь. И закрываем второй трубочкой. Вот вот. Манок получился простенький. У меня до этого есть, как с гильз я делал, из с лезвия язычки, но там звучание, конечно, не такое. Здесь более подходит такую молодую утку. Можно даже, мне кажется, на черочку использовать. Также можно тональность подстроить. Кляпик высовываем. Засовываем язычок чуть-чуть подальше. И уже звук будет другой. Во, это то, что нужно.
Такой маночек простой, ребят, вообще. В домашних условиях можно сделать. Считаю, нормально. Своих подсадных манил, все работает. Дразнил, точнее, можно сказать. Работал нормально, отзывались. Так что так, ребят. Друзья, охотники, любители, ставьте лайк, обязательно подписывайтесь, буду записывать видосы. До новых встреч, всем пока.